Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. Едем на рыбалку. Вот она, инициатор. Посмотрим, есть кто, нет. О боже, что такое спуск? Нормальный спуск. Смотри. Ничего не такого. Всем привет! Сегодня поехали под Егальжу. Есть такая деревня. Тут, по легенде, перевернулась баржа с комбикормом. И здесь самый классный елец. Сейчас я пробурю дыркой. Здесь замечательная природа, замечательный воздух. Давайте посмотрим. Установим сейчас палатку. Посмотрим, что у нас словится. Ну, пипец. Как клёв? Нормальный клёв. Вот так мы расположились. Но вы все увидите с квадрокоптера. Я вам все покажу с квадрокоптера. У меня есть этот самолет. Это очень... Он очень информативный, можно так сказать. По этим местам давным-давно проплывали первые первопроходцы, открыватели этой земли. По приказу императора они сюда на маленьких лодках плыли и видели вот эту всю красоту. И спустя то время, когда они были, практически ничего не изменилось. Все так же первозданно, все так же величественно, как и было при царе, как и было до царя, в те времена, когда здесь бродили мамонты и огромные бизоны, кости которых каждую весну вытаскивает наружу ледоход, который проходит по вот этим замечательным северным рекам. День сегодня очень хороший, морозный. Несмотря на то, что уже в полном ходом идет весна, но все равно Якутию, как всегда, не отпускает. И мы поехали все-таки на рыбалку. Первая поклевка. Что, настроение как? Улучшилось? Конечно, давай я снимаю. А, теперь я снимаю желтый. Вот, да. Ведро. Вот такой вот. Смотри, сейчас обратно упустим. Симпатичный. Что, Яна Владимировна? Отлично. Давай. Давай, давай. Держи. Да, держу. Лен, ты счастлива? Конечно. Девушки и рыбачки намного азартнее мужиков-рыбаков. Есть там что-нибудь? Тебе не холодно уже? Яна Владимировна, да ты что творишь-то? Ой, ты видела, за что ты цепанула? Да. Давай. Угу. Снимай. Угу. Поехали далее. Это подсекла называется. Да, молодец. Да что ж такое-то творится? Офигово какой, смотри. Опять ты его. Подсекла, да. Он у меня вокруг ходил, и... Что ты вытворяешь-то, Яна Владимировна? Что
я тут сижу без рыбы. Ты снимай, у тебя есть призвание. Спасибо. Ну что? Наконец-то. Бежится ли? Первой рыбкой тебя. Спасибо. Тоже здоровый. Сейчас у меня удочку украдут. Угу, давай. Ух ты. Ух ты, ух ты. Осторожно, крючок. Да-да-да-да. Угу, снимай. Да, Ян, ты... Ну так неудобно. Угу. Начался отличный клев, и я думаю, сегодняшний день будет замечательным. Не зря мы приехали. Я думаю, рыбы наловим на жареху только в путь. О, пошла жара. Второй. Ой-ой-ой-ой. Ну, тут... Боже. Поклевываю. Опа. Опа. Сидим. Первая поклевка уже была. Сидим, ждем вторую. Второй косяк ждем. Но уже на жареху у нас есть. Это точно, уже есть. Мы ж сегодня еще и будем жарить, и будем еще и кушать, так что... Ну, клюет. А, клюет у тебя? Ну, давай посмотрим. Так, вторая поклевка поперла. Ой, подожди. Крючок, осторожно. Да понятно, понятно. Что ж ты делаешь-то? Угу, сними. Я тоже так сделаю. Давай. А, ты на кошку внизу тоже насадил? Mm-hmm. Молодец. Свалил. Вот это прикол. Дай-ка. Он долго баловался. Долго слишком баловался. Ух ты! У меня здоровый. Попался. Ты тоже на этот, на кошку? На кошку. Насади туда. Угу. Ух ты, здоровая, ага. Сможешь снять? Угу. Господи. Он облёт и сорвался. Ой, блин, ну ладно. Это все ерунда. И все на кошку, вот смотри. Ух ты. Тихо-тихо. Костер такой. Вот за губы. Да что ж ты. Угу. Давай. Ёлки. Ух ты. Ничего себе. Здоровый. Да хвостяра какой сразу. Ну, смотри. Сорвался. Какой, а? Это он, ага. Поругай его. Баловался, ну... баловался. Ну-ка. Как ты его будешь ругать? Да не знаю. На сковородке съем. Кошка. Ну, какой, а? Какой красавец. Где? Ух, какой большой. Да что ж ты скажешь. Подожди. Я уже, короче, словился тоже.
Лена Владимировна. Ой-ой-ой. Блин, да. Ничего страшного. А завтра, ребята, будут скачки. На лошадях. А потом на рыбалку. Нет, а потом будут гонки. Послезавтра. Кубок поршня. Что там? След. Будет кубок поршня. А потом я лягу на операцию. Мне железку будут вытаскивать из ключицы. Так что так. Но после железки мы обязательно еще раз съездим. Че, у тебя тоже сорвался? Да, это он балуется опять. Какой-то. Балуется, ага, один. Нашелся тут один товарищ. Сейчас поймаем. Еще поймаем. Че, опять ушел? Да, он облет. Прямо облет. Ударился и все. Эх, о, блин, чуть не сперли удочку. Обалдеть. Ну, это он. Он, да? Ну, сейчас будем вылавливать. Ничего себе. Вот он баловался. Вот нифига. Это вот баловень. Вот он. Такой. Это плотва, да? Это сорога, наверное. Сорожка. Тихо, тихо, тихо. Куда? Все нормально. У меня все в порядке. Все в порядке, ребята. У меня клюет. Да что ж такое? Вот он. Ну вот даже не. Он даже не был. Чего? Я просто вытащила крючок. Давай. Ой, не запутай мне тут ничего. Оп. Замечательная рыбалка. Я даже думаю, что очень удачная. Сразу резко, да? Да, у нас в примусе кончилось топливо. За бортом где-то минус 20. Нет, где-то 15-16. Ну, где-то 16-17. Ну, сейчас через часа полтора будет 25 точно. Вот так. Кончилось топливо в примусе. Ну ничего, еще немножко порыбачим. Опа. Еще один. Оп. Здоровый, здоровый. Угу, сможешь? Угу. Так, ну надо что-то думать, какими-то хитростями надо вытаскивать Яну Владимировну из этой палатки. Тут стало реально холодно. Подожди, сейчас доиграется вот этот. Сейчас доиграется. Кто-то сейчас доиграется. Ну сейчас, ну как я как-нибудь ее уговорю. И поехали жарить. Чего уж тут? Ну я почищу, она пожарит. Все-таки доигрался последний, да? Яна Владимировна, давай это последний будет. Ну, давай еще один. Да ты че? Ну ты пока собирай удочку, а я пока. Хорошо. Я последняя буду. Ты будешь последняя? Да. Ну, А я уже удочку собрал. Не, ну ты остальное все собери. А, да, ну понял. Яна Владимировна, угу. Веточка, тебе не холодно? Ян. Ну там же клюет. Ладно, ладно. Вот что мы сегодня поймали. Я считаю, нормально. Сейчас будем это все дело жарить. Вот столько рыбы получилось. Здесь, друзья, очень красиво. Очень. Вот эти горы, уходящие вдаль. Но сейчас мы будем берег штурмовать в самом низком перешейке. Сейчас будем штурмовать. Мама, давай я выйду, пожалуйста. Нет, зачем ты выйдешь? Успокойся. Все нормально. Сейчас еще пару таких подъемчиков, все нормально будет.
женское лицо. Отец рассказывал про него давным-давно. По дороге в Егальжу стоит вот такая. Неизвестный автор сделал вот такую штуку. Очень таинственно и загадочно.